Александр Амилион родился 4 ноября 1962 года в Ростове-на-Дону. Закончил высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, курс В.И. Коршунова, один курс с Александром Домогаровым, в 1984 году. В том же году вошел в труппу Куйбышевского театра драмы, позже Самарский академический театр драмы им. Горького, где в течение 17 лет был одним из основных артистов, сыграл около 40 ролей, в последние годы преподавал в Самарской государственной академии культуры и искусств и на целевых актерских наборах при театре, умер 19 июля 2012 года в Москве в Федеральном научном центре трансплантологии искусственных органов им. Академика В.И. Шумакова, куда он попал в июне 2012 года по поводу заболевания, связанного с пороком сердца, похоронен на городском кладбище Самары.